Идем снимать сетку. Распутываем. Хорошо запуталось. Потом распутаем.
Рыбак уже гребет. Thank you.
Гад ушел. Херовато мне сейчас. Капец. Один карасик ушел, гад. Не, чуть есть. Да. Не такой уж и ноль. На резинку даже попалось два карасик. Мелких, правда. Ну там мелкая сеточка. А вода теплая все равно. Я думал, что прохладная будет. Оксанка проснулась? Оксанка проснулась, не? Не?
Ну, каток есть. Где это? Треножечек не брал там такой? Маленький брал. Да, брал, а я его сейчас брал. Так это острее. Сейчас я тазик принесу. Что, почистить надо? Ну да, что с ними, их мало. Ну, как раз вы пожарите здесь, будете сидеть. Оксанка сетку на расставить не будет? Не? Не, ну что говорят, что нет, чуть-чуть есть. Не совсем ну, уж. Ну, это, хулигастазин, а тебе немножко лучше. Ну, говорит, бычка нема. Я же думаю, поэтому на бычка и не ставил. Немножко пойди полови, да? Ну я сейчас пойду бычка только ловить на удочку. Да. А ты уже тут выберешь? Я некоторые поубирал. Да. Такие хорошенькие есть. Слушай, а водички набрать. Ага. Да, ну. Слушай, мне сначала их надо выбрать же. Ну да.